Наталья Сорока, это Love Radio. Мы на фестивале уличной моды и субкультур Faces and Places. Я вижу в глазах вопрос, Валь, ну откуда? Откуда такая рубашка классная? Во-первых, это красиво. Во-вторых, в Москве плюс 70. Здесь очень жарко, но сейчас не об этом. Мы здесь, чтобы поговорить с ребятами о субкультурах. Все просто, погнали. Люди подтягиваются, это же выступает. Это кто выступает? Бульвар Депо, наверное. Наверное? Это кто выступает? Это кто? Бульвар Депо. Бульвар Депо. Бульвар Депо? Бульвар Депо. А что за трек? Я не знаю. Хороший трек. Only for my doggies. Ты знал, ладно. Only for my doggies. Only for my... Good. I beat the reload, X1. 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 Good. I beat the reload, X1. Здесь пахнет улицей и модой, и еще субкультурами. Привет. Так, по твоему взгляду видно, что вот она очень рада меня видеть. Очень рада, очень. Чем занимаешься так? Я и рэпер, и скейтер, и вообще-то HR. Ты понимаешь, если играть в игру «Выбери третье лишнее», конечно же, отпадет скейт, но HR, рэпер, это... Да. Ты поэтесса? О, да. Все посещаешь фестиваль субкультур? Да. Допустим, из тех, кто сейчас на передовиках, там, Фейс, Фараон, да, как тебе их стихи? Это стихи? Каким работаешь? В магазине «Константом». А где, в каком магазине? Подожди. «Леди Джентльмен». И как только ты выходишь на свободу... Типа того. Это же фестиваль субкультур, тут нужно кого-то представлять. Ты кого представляешь? Давай, клан нормальный. Вы из какой субкультуры? Я афроамериканец, джазовый музыкант. Вы выбираете, кто из вас рэпер, кто рокер. Ладно, я рокер буду, хорошо. Я рэпер. Какую субкультуру ты представляешь? Что? Правильно. Я скейтер. А, ты тоже скейтер? Да. Это ты ее подсадила? Да. Но мне нужно с кем кататься, с кем соревноваться. Понимаешь, на моем уровне никто не катается. И поэтому ты взяла младшую сестру? Но это уровень. Если что, я оставлю свой номер. Здесь очень много музыкантов. Кого вы знаете здесь, кто выступает? Масло черного тмина. Масло черного тмина. Масло черного тмина. Так, я записываю, как будто за покупками, знаю. Так, что еще? Бульвар Депо. Я вот только на Депоху пришел, еще. Лично я здесь знаю, это Бульвар Депо. Бульвар Депо, Агли Мэйн, Вейвс, Вики, вот. Ты больше 90% людей здесь находящихся знаешь об артистах. Ты вот тем, вот этому парню, который сейчас смотрит, вот наверняка смотрит. А, что он пропустил? Что здесь происходит? Как здесь? Слушайте, ну Faces and Laces — это грандиозное мероприятие. Отличное место, где можно провести круто и весело со своими друзьями и с другими людьми, познакомиться, пообщаться. В общем, ребята, те самые Бульвар Депо выступают. И сюда специально ради них приехал один из лучших футболистов мира, Салах. Смотри.